Добрый день, дорогие друзья, с вами канал «Мое 39-е царство». Солнышко пришло, смотрите, козочки наши разрезвились. Вот они, ровесницы, две козочки. Одна вот у меня пузатая козочка, скоро катится. Вот, а это у меня не огулина, не стал я ее огуливать раньше времени. Решила одну огулять в 10 месяцев, одну вот сейчас полтора года, наверное, будет. И вот смотрите, что у нас творится. Рогатая козочка, хотя она самая спокойная, не дает никакого покоя нашей крутой козочке. Не крутой, а самой любимой козочке Нюш. Нюша у нас рыженькая, а вот Нубика необезроженная. Мы ее купили необезроженную. Это малышка. Видите, подвели мы к стогу их. И вот Нюшка, видишь, ее достает. Вот, показывает свои рожки. Ну хватит, Нюш, ну хватит. Такие у нас бои без правил идут. Вот. А он тут у нас самый старший. Сейчас она их тут всех расслабит. Ага. Так. Сейчас борьба за стог пойдет. За лучшее место в стогу. Никак не отпускать. Но не бывает такое. Начинают держать свое главенство. Вот, все, пришла кнопка, все разбежались. Это наш дойный. Ну, тоже не знаю, вот. Огуленная она или не огуленная, что-то брюшко, бачка не расползаются. А вот молоко-то им уже скоро 3 месяца, никак не могу остановить ее в дойке. Все еще наливается, и вот поэтому я думаю, что вряд ли, наверное, она огуленная. Так что бежит, вот бежит. Такие вот у нас летние прогулки. Ага, вот видите, солнышко на нас действует. Oh, 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 oh
что хотела вам показать. Пока-пока. Просто спонтанный ролик.